Всем привет! Сегодня я хочу приготовить голубцы. Давно их не готовила. И хочу показать, как я их готовлю. Для этого фарш. У меня здесь 500 грамм примерно. Капуста, я ее отварила. Уже на листочке отделила. Лук порезанный мелко. Рис промытый уже. И специи, соль. Мне еще необходима морковь. У меня замороженная, потертая. Паприка. И соус я делаю из крема фреш или сметаны, сливки и томатной пасты. У меня вот замороженная, я вот так делаю порционно. Тоже, кстати, видео есть. Очень удобно. На дно я ложу топленое масло. Очень вкусное. Кстати говоря, скоро буду делать топленое масло. Покажу, как я делаю. Это очень замечательное средство. И оно пахнет. И жарить на нем очень удобно и полезно. Кстати говоря, он выдерживает высокую температуру. Не образует канцерогены.
Вот такая красота у меня получилась. Голубцы. Я желаю всем добра. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю, чтобы все ваши мечты, все желания исполнились. Любви, счастья, процветания. До новых встреч. Спасибо за просмотр.